Привет, ребята. Накопилось небольшое количество посылочек, только что забрал их на Укрпочте. Конечно, я покупаю, конечно, гораздо больше. Некоторые посылки я уже распаковал, там очень интересные. Я сделаю отдельный выпуск, что я купил у своих подписчиков на прошлой неделе. А это вот только пришел с почты, думаю, все равно распаковывать, покажу вам что-то интересное, может, немножко пообщаемся. Посмотрим, что тут у нас прислали. Подписчики или что-то с аукционов. Некоторые как заклеиваются. В целом мне разные монетки присылают. Разные браки, что-то интересное. Спасибо, что присылаете. Мне всегда прикольно показать это в ролике. Ну, если что-то супер интересное, прям отправиться ко мне в коллекцию и на обзор. Здесь один из подписчиков прислал мне небольшой непрочекан. Спасибо большое, что присылаете какие-то разные такие прикольчики, разные непрочеканы. Действительно, вы видите, какой здесь непрочекан. Покажу вам подборку непрочеканов более серьезных в следующем видео. Я уже распаковал, сейчас покажу. А это, смотрите, целый лист «Тысяча лет правления Ярослава Мудрого». В целом, это недорогая марка, 10 гривен, тут их 8 штучек, а это все, скажем так, бонусом идет. Гляньте, как красиво, и можно положить, если у вас есть монета 1000 лет правления Ярослава Мудрого, то такая марка, такая подборка будет отличным дополнением вашей коллекции, дополнением вашего тематического ряда. В целом я решил взять, потому что, ну, вообще, по себестоимости, можно сказать, плюс такой действительно интересный. Тут вот, гляньте, как красиво изображено. На почте можно купить, ну, либо где-то на аукционах можно взять. Что тут еще? А, знаю, что здесь интересно. Здесь должна быть банкнота. Да. Смотрите, 1000 гривен. Я когда-то на канале у себя разыграл эту банкноту, 1000 гривен разыграл. Успешно человек ее получил. Ролик много просмотров набрал. В целом, довольно прикольно. Вот такая банкнотка, 1000 гривен. Также покажу вам довольно интересную подборочку этих банкнот тысячных в одном из следующих роликов. Смотрите, напишите в комментариях, что можно сделать с этой банкнотой. Может, разыграть, может, еще что-то. Попробовать заплатить в магазинах, я думаю, не вариант. Хотя, было бы интересно. Так, еще две посылки осталось. Давайте одна монета. Сделаем там дальше. Вторая монета. Так, ну что, давайте смотреть. 10 копеек. Я думаю, здесь будут тоже непрочеканы. Да, какие-то непрочеканы, но пока я не вижу супер чего-то. Да, тут есть ягод не видно. И год плохо прочеканен. Ну, недорогие такие монетки. Это вот, я говорю, просто высылают мне. Потому что интересно, чтобы я показал. Вот. Тоже 10 копеек. Вот, гляньте, тут не прочекан. Ягод у нас не прочекан. Такая подборочка. Так, что еще? Я думаю, в районе там 10 гривен такие монетки могут стоить. Вот тут у нас не прочекан. Немножко подубитая монета. Но довольно интересно, гляньте, не прочекан какой. Видите? Недорогие. Ну, почему не показать вам в обзоре. И вот еще 10 копеек. Вот тут ягоды, да, непрочеканены. Только одна там более интересная. Фокус навести для вас. Угу. Я ищу такие, знаете, совсем конкретные, там, где не видно ничего на монете. Так бывает. Так, и что в третьей монете? Тоже что-то, наверное, какая-то... Что в третьей посылке? Наверняка какая-то монетка. Захочешь, не вскроешь. Без повреждения вообще. Смотрите, вообще это кайф. Копейка, гляньте, латунная. И это вообще непонятно, где отчеканено. Это, ну, вряд ли в ущерб обращению, просто либо для обмана коллекционеров. Не похоже она на китайскую. Не знаю, китайских копеек у меня еще нет. Такие вот у нас 50 копеек. Гляньте, да, интересно. 50 копеек. Копейка действительно латунная такая вот. Фальшивка и 15 копеек, которые не были никогда у нас в обращении. Вот такие копии монет.